Менее чем через сутки, днем 20 февраля, в Кимберлите стартует форум «Будущее алмазных городов». В этом году в мероприятии примут участие 800 делегатов. Это руководители Алроса, республиканские, районные, муниципальные власти и неравнодушные жители района. На форуме участники наметят основные направления социальной политики района и алмазодобывающей компании в условиях современных реалий. Расскажут о главных производственных планах и задачах ближайшего будущего. Впервые форум «Будущее алмазных городов» прошел в 2021 году. С этого момента вклад компании «Алроса» в республику превысил 11 миллиардов рублей. Более половины этих средств направили на развитие Мирнинского района. Важные решения приняли для сферы здравоохранения. Это ремонт поликлиник и больниц, их оснащение, дополнительные меры поддержки для медиков, а также важные вопросы инфраструктуры и благоустройства поселений. Стать слушателем форума сможет любой желающий. Специалисты медиакомпании «Алмазный край» устанавливают оборудование для трансляции. В 12 часов прямой эфир можно будет посмотреть как на нашем телеканале, так и на YouTube-канале «Алмазный край». Анна Брущенкова, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край».